Индийская певица Аша Бхосал прославилась своим необычным голосом и манерой пения. На днях она выпустила свой новый альбом под названием «Драгоценная платина», аккурат к своему 75-му дню рождения. Я забочусь о своем голосе, занимаюсь каждый день и пою ваши любимые песни. Вот почему публика до сих пор любит меня. Мои старые песни, все они вам нравились. Моя новая запись – это разножанровые песни. Просто слушайте их, и я уверена, вы их полюбите. Много лет Бхосал пела в сотнях индийских фильмов. Она остается одной из самых любимых певиц жителей Индии. Возраст ее поклонников разнится от 6 до 60 лет. На вопрос, как ей в таком возрасте удается выпускать множество таких красивых песен, она отвечает, что все еще молода душой. Я не чувствую своего возраста, но есть люди, которые постоянно напоминают мне о нем. Они звонят, поздравляют меня с днем рождения, присылают мне цветы, торты. Именно они чувствуют, что мне уже 75. Зачем вы мне напоминаете об этом? Я не чувствую себя старой. В индийском кинематографе Аша Бхосал известна тем, что исполняет песни различных музыкальных направлений. В ее репертуаре песни в стиле поп-музыки, религиозной направленности, классические, народные, а также песни разных регионов на более чем 12 языках.